ветераны Великой Отечественной войны. В канун празднования 72-й годовщины Великой Победы вас поздравляют из Болгарии учащиеся школы Юрий Гагарин санаторно-оздоровительного комплекса «Камчи». В наши поздравления с Днем Победы мы вложили свои эмоции и всю благодарность за ваш незабываемый подвиг в той страшной войне. Вам всем, кто вынес ту войну, в ту или на полях сражений принес победную весну, поклон и память поколений. Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечом к плечу бросаем землю тут. Горит и кружится планета над нашей родиною дым, и значит нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим, одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет десятый наш десантный батальон. Лишь только бой угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Взлетает красная ракета, и пулемет не утомим, и значит нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим, одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессильно, сомнения прочь, входит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон. А Курска и Орла война нас довела, до самых вражеских ворот такие, брат, дела. Когда-нибудь мы вспомним это и не поверится самим. А нынче нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим, одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет отдельный. Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон. Все, кто выстоял, выжил, кто смог от фашиста страну защитить, все вам низкий поклон, дай вам Бог еще долго и счастливо жить.